Здравствуйте, друзья! Сегодня у меня рецепт бублика с семечками. Этот рецепт немного отличается от классического рецепта бублика с кунжутом, но тем не менее этот рецепт тоже очень-очень вкусный. Для этого в посуду кладем муку, делаем углубление, наливаем теплое молоко. Добавляем сахар, дрожжи, перемешиваем. Добавляем немного соли, замешиваем некрутое тесто. Готовое тесто закрываем пищевой пленкой, убираем в теплое место. Пока тесто поднимается, сделаем воду, в которой будем обмакивать бублики. Нам нужна меласа и вода. Меласа – это своеобразный сироп патока. У меня она виноградная, но в идеале должна быть рожкового дерева. Также приготовим семечки. Поднявшееся тесто разделим на несколько равных частей размером с кулак. Из каждого кусочка теста формируем бублики. Когда бублики будут готовы, сначала обмакиваем в воде, немного растягиваем их, затем опускаем в семечки. Готовые бублики убираем на противень и то же самое проделываем с остальным тестом. Готовые сырые булочки должны пролежать еще 10-15 минут, чтобы они могли подняться. А затем помещаем в заранее разогретую духовку до румяной корочки. Вот такие бублики получились. Снаружи они хрустящие, а внутри мягкие. Такие бублики очень хорошо подойдут к завтраку. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.